Плюс еще разыграет 3 Pillars of Eternity. В субботу выходной, в воскресенье там посмотрим, там что-нибудь с сабами будем делать. Видите? На самом деле, блин, то ли посложнее бы, что ли сложность какую-то. Потому что я опять больше умираю не от мобов и от их ударов, а от того, что, блядь, ну, не всегда получается прыгнуть, куда я хочу, больше от... Даже сейчас, если посчитать, то я сдох, по-моему, 2 раза от мобов и раз 15 от, от территории, короче, поехали. Так, мы закончили к тому, что мы прошли королевство Азол-Неруб, убили там всех стражей и нырнули туда. Мы идем слишком медленно, быстро. Блять, где у меня? Перед тем, как отправиться на встречу с тобой, рыцарь, я оставил на ледяной короне своих воинов. Они будут держаться до последнего. Куда подевались твои воины? Ты же говорил, они должны быть здесь. Нежить или кто там тебе еще служит? Я сам не могу этого понять. Должно быть, им кто-то помешал. Это были мы. Мы все время следили за вами, дохлые ублюдки. Гномы Мурадина. Невероятно. Неужели в этом мире никого уже нельзя убить как следует? Мы скитались по этой земле с тех самых пор, как ты убил Мурадина Артес. Но мы сумели выжить, и теперь вождь Бельган привел нас сюда. Вы здесь не пройдете. Да, мне страшно. Мне договориться с этими глупцами. Вперед, Саферон. Отличная работа, Саферон. Я бы взял тебя с собой, но там, куда мы отправляемся, тебе делать нечего. Сейчас меня ждет 3 миссии без постройки. Это просто полегче. Мечта. Во славу плети. Фростморн. Сахасмадан. Кого? На нахуй. За Казмадан. По кружке пива за каждого вурдалака. Да би... Вы чё? А, блин. Чё я жму-то? Ну что еще? Не, шахта вообще одна из любимых моих локаций. Вот эти 3 миссии, где тут ходить надо. Это прям топчик. Ну, лично мое мнение. Никто не смеет мне приказывать. Подорвите заряды! Взрывайте мост, пока они не перешли его! Остановите их, пока они... Дебилы, блин. Это вам за Мурадина! Вы не пройдете! К выходу из лабиринта ведут и другие. Ты же жук, иди копай стену. Иди стену херач. Ну что еще? Так, поехали. Фростморн жаждет крови. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот это убиваем. Быстрее, 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 быстрее. Вы тоже бейте машину. Давай-давай-давай. Вот. Оп! Кто не смеет? Гуля, живи, блядь! Ну что еще? Ты узнаешь. Слушай, что медленно, такое? А? Так, вот это хочу. Полегче. Наконец-то. Добиваем, и ты катай идешь сюда. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Ты же тоже, по-моему, херово гора все этих секретов, да? Крови. Вот так. Вот это разбили. Наконец-то. Это нельзя, значит это здесь. Блин. Вот так-то лучше. Так, еще ящики надо будет разбить сейчас. Микрофон к себе поближе поставлю. Во славу плети. Вот так-то лучше. Надо, кстати, будет вам сфотографировать хату, как она сейчас выглядит. Ну вот, комнатку. Фростморн жаждет крови. Будущую стримерскую. Вот так-то лучше. Там уже все в гипсе, в шумоизоляции. Пол залит. То есть, в принципе, я думаю, неделя-полторы уже все будет готово.
Ну как бы с 10 августа как раз Фанки переедет, мы, я думаю, уже туда, перееду, уже буду оттуда все стримить, ну, и делать. Ты узнаешь, что такое. А пока так, как приходится. Говори, глупец. Вообще, я смотрю многих ютуберов, прям реально есть отдельная комната, где они сидят, нет посторонних шумов, они сидят и играют оттуда, и все у них здорово и хорошо. Ну, реально, чтобы вообще никто не отвлекал, но замок закрылся, изи. Так, а где моя ката-то? А ну вали сюда. Бей по этому. Никто не смеет мне приказать. Воины Наруба твоя родня. Почему они сражаются против нас? Наши братья, павшие в войне пауков, были призваны служить повелителю тьмы. Ага. Но этим воинам удалось уцелеть. И они до сих пор сражаются за освобождение Неруба от плети. Самое главное, ключ, а не ключ от домофона сделать. У нее два ключа. Нам пригодится. Она, чтобы меня не бегать, она по-любому будет с собой ключи таскать, чтобы мне с той комнаты не выходить, потому что я там закрываюсь. Наконец-то. И все. Во славу плети. Давай, бей. Наконец-то. Вот так-то лучше. Это была загадка. Никто не смеет мне приказывать. По-любому чуть валяется. Мертвые. Бабло давай мне. Фростморн жаждет крови. Какие-то одни крысы. Ну, на старое хранилище. А ну, барак, это тупик. Где-то здесь должен быть тайный ход. Ну, наверное, вот он. Сыны Неруба умеют. Закрылся и фаптайм. Нет! Нет, без этого. Так, мудрость. Говори, кто из вас мудрее? Ловкость, разум, 23, ну а ты. Блин, вот это надо разбить. А если к они гости перейдут, ну к нам гости еще? Особо не ходят. Только вот разве что по выходным. Фростморн! Во славу плети! Это древняя сокровищница нашего народа. Под ней есть проход, ведущий на нижние уровни. Отлично. Блин, втыкат-то, давай, едь сюда. Прихватим что-нибудь с собой. Ебать! Во славу плети! Нет, не то. Вот так-то лучше. Ловушка обезврежена, вот. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Так, здесь ничего нету, да? Наконец-то. И здесь нет. А вот рычажок. Вот так-то лучше. Вот к нам приедут гости, там Фанки и Протас приедут. Говори, они-то глупец. Уж точно поместятся. Так, ты бьешь поэтому, полегче. Наш отряд бьет сюда. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Подожди, так рычажок же будет где-то тут. А, куб! Куб. Ой, не наруба. Давай. Твоя душа принадлежит мне. А ты, я не знаю, ну, что-нибудь сделай. Вот, кстати, руна мана есть. Кажется, вообще ничего не сделать. Полегче. Вот так-то лучше. Даже не мечтай, ублюдок. Нет, уезжай. Цепляйте их. Нет. Да вы, блядь, едьте сюда. Нет. Оставьте телегу. Протас не поместит. А он у меня не будет жить, у него аллергия на животных. Ну, он, скорее всего, в гостинице вот где-нибудь будет. Это вам за Мурадина, ублюдки. Ну-ка. Неплохо сыграно. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Они, по-моему, еще коротенькие, вот эти карты. Тут всего три штуки, но они, мне кажется, коротенькие. Бей их! Во славу плети! И у этого еще левел падает. Пятый. Был бы... Начинали, был десятый, сейчас уже пятый. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Интересно. Полегче. Нихера себе станк, кстати, долгие секунды две, наверное.
Кто такой этот Мурадин? Мурадин после... Короче, когда они... Когда Арта сюда приехал... Нортранд. За мечом. Прилехал. Мурадин ему помогал, сопровождал. То есть там были дворфы в Нортранде. Но когда он взял меч, он, короче, ёбнул Мурадина. И Мурадин такой... Какого хрена, Арта, с кем ты стал? Он такой... Я стал охуенным чуваком, а ты говно, Мурадин. А потом пришел к отцу и сказал, что я становлюсь королем. Говори, глупец. Ну вообще, я проходил уже Рейн оф Хаос. Есть запись на YouTube, поэтому если интересно, можешь там посмотреть. Причем по главам, по-моему, это сделал. Все записи. Стреляйте по всему, что движется! Фростморн жаждет крови. За короля мертвых! Вот так-то лучше. Еще золото. Возьмите, сколько сможете унести. Морн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. Наконец-то! За короля мертвых! Вот так-то лучше. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Что такое, а? Так. Ну, Мурадин уже сколько Фростморна? Да. Ну, он как бы Артас взял, Мурадин говорит, не лезь, Артас такой, на нах! И его сколько его заебашило. А, вон бабло! Блять, там бабло было сзади. А почему ты гулей из него носишь? А там нет гулей, там трупы одни. Тебе не пройти через эту дверь. Землетрясение пробудило темные силы, спавшие подо льдом. Древние, страшные силы. Мы поклялись, что не дадим им вырваться на свободу. Мы рискнем, гном. Нам нужно открыть эту дверь, и мы ее откроем. Так или иначе. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Господи, почему я киселёный, а? Да, кстати, тут будут щупальца от Ктуна. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. О, тут и здесь, что ли, блядь? Я думал, ты отошел. Говори, глупец. Не, вы давайте вот по этим стреляйте. Собаку вызовем еще. Говори, глупец. Интересно. Полегче. Ебать! Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Господи, чё ж он такой жесткий, а? Говори, глупец. Вот так-то лучше. Полегче. Говори, глупец. Наконец-то. Ну чё там, Коя, на С? Ебать. Срочно к фонтанчику. Наконец-то. Нет, Ктуна от йога. Да, от йога. Ктун, ты чё, он же просто с глазастый. Да от йога Сарона. О, смотрите, москиты. Вот именно вот эти москиты, это были, по-моему, третьей, что ли, фазой Анубарака. И когда они летят, хилам надо было держать 25% хп у всего рейда, чтоб не сдохнуть. Если превышало, то там, по-моему, инстант смерть была. Если бы весь рейд клали хилы. Поехали. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. В зоме жучки есть. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Ла славу плети. Наконец-то. Жучки. Никто не смеет мне приказывать. Так, кровавый ключ нужен, да? Так-то лучше. А, вот. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. Привет, Накосика. Вот так-то лучше. Наконец-то. Ла славу плети. Наконец-то. Так, сюда я не зайду. Поехали вниз. Ужасный запах. Что это может быть? А как держать? Очень трудно. Собрал.
Сложно даже представить. Не, Накс, ну, Накс в классике был очень сложно. Скрывается в этой тьме. Нам нужно быть начеку. Ты прав. Всадники, Сафирон и Келтузет, это был просто пиздец. Да-да-да, там босс сосал хп, точно, не инстант хил, а там босс высасывал хп, то есть ты хилил босса, если у чуваков было больше хп, да-да-да. Осторожен, рыцарь, то, чего боялись гномы, может быть где-то поблизости. Так. Ну что еще? Труповозку у меня отобрали, зашибись. Вот так-то лучше. Там я... Сейчас посмотрю, может что-то тут валяется. Тураксит вот небольшая карта. Лучше. Тут три главы, и все они такие более-менее коротенькие. Помню, что в третьем надо валить крови. Безликого здорового. Вот так-то лучше. Безликий манипулятор. Башни бьют ледяными стрелами. Это западня. Как их обезвредить? Как ты это понял? Юг той дальней стене. Затворок ведука. Если мы откроем его... Вода затопит башню. Во славу плети! Наконец-то! Так. Посмотрим. Ха! Никто не смеет мне приказывать. Ты узнаешь, что такое боль. Блин, бинды не запоминаю. Это что, на что? Е? Полегче. Вот так-то лучше. Вы на БГ, что ли? Ай. Наконец-то! Вот так-то лучше! Фростморн жаждет крови! Подождите, рычаг ты дернул? Вот так-то лучше! Рычаг дерем, дерем, дери! Смывай унитаз, давай! Никто не смеет мне приказывать! Физика! Готово. Видали, как оно заполняется? Это 2003 год! Видали, сначала не сразу кровь. Умирали, это типа вода наполнялась, физика! А вы чё? Полегче. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Там монетка где? Где монетка? Нет монетки. Да иду. Ну что еще? Привет, мистер автобус. Наконец-то. Забытый пожрет ваши души, да, я помню эту здоровую хрень. Смотрите, братья, я так с ней угорал, когда, короче, был мелким, проходил с читами игру, потому что я не мог пройти ее по-другому. Кто, и мне было просто лень строиться. И подходишь так к этому забытым или чему, и просто ваншотаешь его. Так эпично. Блин, давайте его, наверное, одного вот этого вот. Глупец. Во славу плети. Вот так-то лучше. Монета в правом углу, в правом. Я не увидел, короче, ладно, хрен с ним. Во славу плети. О! Так-то лучше. О! Чувак спрятанный. Благодарю, господин. Крабики. Мятежники схватили несколько моих товарищей. Освободи. Блин, да давай ультанем, быстрее пройдет. О, полетели шершни. Интересно. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн. Так, что-то выпало. Кольцо защиты. Во славу плети. Отлично. Наконец-то. Во славу плети. Спасибо, Кимумару. Так, вот поезд богатыря, тоже забирай. Ё-моё, так это... А, мне надо просто типа отбиться, да? Легче. Говори, глупец. Так, во спасай. Ты давай спайми, вот это вот тоже поднимай всех. Ты убегай куда-нибудь. Ё-моё, охренеть просто. Ну что еще? Полегче. Ты узнаешь, что жучки, жучки, появляйтесь. Говори, жучки, 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 жучки. Спасаем. Спасаем, кого можем.
Никто не смеет. Надо здорово убить, может что-то вывалится от него. Ну что еще? А ты жри. Полегче. Ла славу плети. Че это? Ручные браслеты. Ни хрена тут лута, кстати, с ним хвалится. Вообще неплохо. А, говори, глупец. Наконец-то. Мне бы сейчас найти на самом деле хилку, а то я огребу. Вот так-то лучше. Закапываю хилку. А, точно, они же можно закопать. Я забыл совсем. Они хилятся там, да? Что сделано, то я. Ну, хилятся, ну, но что-то еще? Не особо на самом деле. Вызвали меня. Говори, глупец. Ладно, пойдем вот так вот. Наконец-то. Этот пусть там стоит. Во славу плети. Наконец. Смерть захватчикам. Надо похилить. Фростморн жаждет крови. Все, ты уже молодец, ты уже сильный. Помогай. Полегче. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Так, ты пока прекрати их спамить. Глупец. А мы поехали дальше. Ты узнаешь, что такое боль. Что за игра с Карим? Угу. Готика. Neverwinter Nights. Вторые. Наконец-то. О, хилка. Хилка, 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 хилка. А ты стримишь в ВК-3 или что-то еще? Я все подряд еще стримлю. Все, что душе угодно. Ну и плюс то, что мне зрители там в группу кидают. Я раньше стримил много ХС. То есть, это, если ты заходишь, удивишься, наверное, что там до хера подписчиков. Это когда стримил ХС. Вот, от них осталось совсем немного, потому что больше карты не стримлю. И я сейчас играю все подряд, и у нас или голосование в группе, я что-то решаю, или там у нас топ-донатер месяца что-нибудь заказывает. В этом месяце надо будет Outlast проиграть, поиграть. И вот как-то так. До этого мы в DMC играли, Devil May Cry. Завтра у нас Сталкер. Наконец-то! И не надейся на быструю смерть. Так, давай главного чувака бей. Смерть. Супруга? Рили, супруга Неруба? Мерзула. В этих коконах ждут своего часа зародыши новых воинов. Он стремился подряд, даже когда он кушает, топ тошнота была. А, надо рычаг, короче, сделать, да? Мы должны уничтожить эти коконы. Ага. Еще мы можем, а то это до бесконечности будет. Двери, чтобы они не смогли выбраться наружу. А то я думаю, что-то до бесконечности это идет. Кокон бей. ДМС, да, уже ДМС был. Так, а медицинский, да, трактат? Говори, Артас, давай, ты важнее. Ты поможешь других хилить. Полегче. Вот так-то лучше. Так. Что, мы сделали, наконец-то. Да? Идем дальше. Блин, ДМС реально хотелось, конечно, больше сложности, но у меня нету. У меня просто нет. Даже несмотря на то, что я прошел игру, у меня тупо нету дальше сложности. То есть я не могу выбрать ни ад, ни это, вообще ничего не могу. Наконец-то. Хрен его знает почему. Фростморн жаждет крови. Держите здесь не место. Так, а он как? Он же хилит его или нет? А, да, он только его хилит. Ок. Говори, глупец. Панки, иди. Не, вообще, я люблю карточные игры, конечно. Я много играл в покер, мне это, ну, нравится. Анализировать, просчитывать вперед. Ну, до определенного момента мне это как-то, ну... Ну, не, видите, свет не сошелся же на одной этой игре. Поэтому выйдет Гвинт, в него поиграем. Выйдет что-нибудь еще, в это поиграем. Пробовал Фаерию, не зацепило. Многого что пробовал. Ну, я вот, даже когда еще не слышал про то, что выйдет отдельная игра Гвинт, я увидел ее в третьем Ведьмаке. Давненько, еще в октябре прошлого месяца, я реально охерел, когда она вышла. Я такой, вау, думаю, вот это круто, наверное, отдельную бы игру такую сделать. Подумал я. Что? Это безликие. А в итоге вот они выпустили Ведьмаке. Наконец-то. Говори, глупец. Так, ну я думаю, нет смысла их всех убивать, они все равно вырастают бесконечно.
что еще? Валим. Вообще быстрее проходим. Вот так-то лучше. Славу плети. Много ты зрителей подхватил с других игр? Нет, потому что ничего нового не выходило. Говори, глупец. Славу плети. Ну что, идите еще? Сюда. Главное, убейте чувака. То есть единственное, чем можно аккумулировать зрителей, это или какой-то хайп, или новая игра, или еще чего-то. Ну, как правило, это новые игры. Новые игры и YouTube, больше никак. Ну что еще? Вот так-то лучше. Пока как стримим, так стримим. Фростморн жаждет крови. Сколько... Вот так-то лучше. Ну почему, ну ты, ну барак, ну хватай, давай. Ты узнаешь, что такое боль. Мне, наверное, туда надо бы, да, пройти это до бесконечности. Никто не смеет мне приказывать. Все, взломаем. Отсылка к древним богам, да. Ну что еще? Dead by Daylight. А я уже в него поиграл тоже. У нас максимально, наверное, человек 900, наверное, было, когда только говори, вышел. Глупец. Не может быть забытый. Или играть с Дредом. Ну, я не стал как бы это говорить. Сражайся как никогда в жизни, тут прописываешь Who's your daddy и... Ты узнаешь, что такое боль. Руна защиты. Ну-ка давай. Вот ну-ка давай лучше. Руну защиты. Фростморн жаждет бьем. Крови. Гнев Азура может быть. Да, или, собственно, называется это стример на подсосе. То есть, когда ты дружишь с каким-то крутым стримером, благодаря которому у тебя идет типа аудитория. Или такой вариант. Из дружбы или новые игры? Господи, как меня ебут, а. Это же просто невыносимо. Артас. Артас, тебя сейчас напихают. Иди что-нибудь собери, а. Го все к Артасу. Го все туда. Говори, глупец. Да. Руна защиты дальше. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? И вот это. Славу плети. Давай. Вот все, поехали. Лучше. Бьем. Ты а, я не могу в него. Что такое бой? Тихо. Говори, глупец. Одновременно. Не-не-не, я не хочу ни с кем ребят дружить. Это, конечно, хорошо, но говори, все, мне глупец. Хватило уже с этими стримерами дружбы. Славу плети. Пока ни с кем не хочу. Ну, они очень, с ними очень тяжело, на самом деле. Они какие-то социальные ребятки, с которыми реально трудно общаться. И дай бог ты чуть-чуть заденешь, как бы, их какое-то там... Тыкнешь нужную точку, и все, это пиздец. Быстрее! Один камер людей все же. Мне нужна нормальная камера для этого. А ну, барак, не камера, а стабилизатор. Еще далеко? Нет. Мы уже в верхнем королевстве. Отсюда мы попадем к основанию ледника. Но будь осторожен. Как же мы? Ну вы-то понятно. Здесь немало коварных ловушек. Дружбу стримеров нельзя назвать дружбой. Это взаимовыгодное... времяпрепровождение. То есть крутому чуваку нужна тебе компания, потому что ты сможешь делать контент, а такому тому чуваку нужны зрители. Это взаимовыгодное сотрудничество. Вот на всю эту тему я хотел записать подкаст, но когда я, собственно, перееду туда, уже не будет посторонних шумов, чтобы все было круто. Не стоит подходить к пламени слишком близко. Наконец. О, бабосики. Вот так-то лучше. Оно понадобится нам, когда мы доберемся до ледника. Ты с Гранчес больше не дружишь? Нет. Крови. Он какой-то плохой. Опять эти проклятые механизмы. Здесь нужен точный расчет. Во славу плети. Такой пойдет расчет? Наконец-то. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Наконец-то. Опять. Давай.
Че опять? Ну там маленький крабик. Фростморн. Какой опять-то? О, господи, Фростморн. Представляете, Фростморн, клинок, говорит, который там выкован был там где-то там в девственном лесу девственницами, вот не знаю, хрен его знает. С четвертого раза Фростморн только убивает сраного краба. Это просто невыносимо. Привет ему. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Там рычаг пропустил. Фростморн жаждет крови. Я нигде ничего не пропускал. Все мне нормально. Наконец-то. Идем сюда. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Во славу плети. Наконец-то. Твоя душа принадлежит мне. Ты узнаешь, что такое боль. Эть. Твоя душа принадлежит мне. Ты карты свою поднимаешь дрыщом, но он потому что силу не качал. Он, видишь, с одной руки как он бьет. Ну надо взять. Вот как он расположен? В одной руке у него член, в другой у него вот меч. А ему надо просто в две руки взять меч, тогда, естественно, будет дамаг. А так, собственно, ни к чему не приведет. Пусть у Дэдди добавит реалистичности, да, ну неплохо. Во славу плети. Это да. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Капец, у тебя столько атаки, Артас, плюс 23. Фростморн. И то кое-как мы, да, мы кое-как справляемся. Господи, как же мы тяжело-то их убиваем. Говори, глупец. Наконец-то. Давай. И как Гринч плохой, он билет не покупает. Фанки, тебе-то не знать, а? Я забыл выстрелить. Он не покупает билеты. Короче, все. Поехали. Блять, не поехали. Во славу плети. Меня сетку поймали. Фростморн! Вот так-то лучше. За короля мертвых. Капюшон хитрости нет. Полегче. Наконец-то. Во славу плети. О, ну что смотри. Еще? Лечебное еще зелье дали. Фростморн жаждет крови. Давай. Во славу плети. Эть. Никто не смеет мне дальше приказывать. Так, загадка. Наконец-то. Как же пройти здесь? Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Тупой, не тупой. Во славу плети. Вот так-то лучше. Во славу плети. Ты узнаешь. Ты такие два месяца назад сказал, что он никуда не поедет, что тут грустить-то. Ты понимаешь, он говорит, что да я поеду. А в итоге вот он никуда не поедет. Ну что, он просто хейтер. Гринч хейтер. Хэштег. Во славу плети. Чё? Бывает, чё. Фростморн жаждет крови. У меня сдох чувак. Я отвлекся. Надо еще себе футболку со сморком купить. Во славу плети. Надо прям белую футболку себе и значок сморка поставить. Это вот будет вообще кайф. Прям капус, морка, not like this, вот такие вот делают все футболочки. Наконец-то. А то у меня все старые, новые ничего не покупаю. Говори, глупец. А чё я тут вообще встал? Мне уже сюда надо идти. Плети. Блин, вот давай. Лучше. А ну, барак, ты выбрался. Прешина. Я служу еще одно землетрясение. Поторопись, рыцарь. Кепку Твича для улицы. Не, спасибо. Фростморн я не любитель крови. Большого внимания. Кто-то на улице, если честно. Занять оборону. Не то, что у меня какие-то проблемы, но просто я ну, как-то. Говори, как-то хрен его знает, короче, как ребятам объяснить. Никто не смеет мне приказывать.
Когда, например, вот в Питере был, да, подбегали там люди и говорили: «Господи, а там ты первый, кого начал смотреть!» И ну, я что-то еще? Как-то... Не по себе, да? Я не... Скажешь так, я не сторонник фанатизма. То есть я... Вот я понимаю, да, человек, ты его смотришь, ну, тебе приятно, еще? Ну, будет интересно пообщаться с ним в реале. А бывали люди, которые там... Ну что еще? Я не знаю, как сказать. Почти не осталось. Мы должны не очень, короче. Выход. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Я обожаю, конечно, общаться с людьми, но реально мне это нравится. Но вот с этим что-то я как-то. Не мое. Ох, бабло. Еще золото. Оно нам пригодится. Людишки, да ты же знаешь, недостойный, блядь. В смысле недостойный? Ты узнаешь, что такое. Просто я немного считаю этим это странным. Это все. Ну что еще? Само явление фанатизма я считаю странным. Ну что еще? Вот есть у меня любимые группы, есть актеры. Ну, вот так-то как-то, лучше. Если увижу их в реале, у меня не будет желания там подбегать им такие. О, господи, господи, ты там первый, я все твои фильмы с тобой смотрел. Никто не смеет мне приказывать. Да, неплох. Ну что еще? Где там вал сейчас будет? Мне еще три минуты. Еще долго. Наконец-то. Иди отсюда. Твоя душа принадлежит мне. Мне нет равных. Да убейте его. Ну что еще? Вот так это лучше. Что? Могу взять это. Я слышал зов. Да в жопу. Посмотрим. Этот рок. Полегче. Да? В наконец-то. Все, идем. Во славу плети. Вот так ты лучше. Же с актерами с группами не сфоткался. Ну, я бы сфотался, но быстрее как-то без особого желания. Есть, ну, сфотался бы. Ну, ладно. Но я бы не стоял в очереди ради этого. Есть такая замечательная песня группы Стати Хикс, называется Kill Your Idols, которая о многом говорит. Ну, конечно, там текст говно, но просто название прикольное. А у другана у меня прям такая футболка была. Да, в жопу рока я не пользуюсь.